над городом кружатся. А мой тесть идет в университет марксизма-ленинизма. Инженер, между прочим. Итак, друзья мои, сейчас я вам зачитаю крайне интересные документы. Диплом университета марксизма-ленинизма. И в этом дипломе перечислены предметы, по которым обыкновенные русские советские люди доучивались. То есть мало того, что инженер на заводе, он должен еще быть политически грамотный. Так вот, вот таких классных предметов не давали пацанам в военно-политических училищах высших. То есть очень много было профанации. Поверхностные знания, наряды, конечно же, стрельбы артиллерийские, немножко в упрощенном виде. К чему тогда это было название военно-политические училища? К чему? Я просто сравниваю свою академическую справку за 3 курса и вот с этими. Ну давайте почитаем. Итак, диплом номер 2874, выдан Киселеву Виктору Николаевичу, в том, что он с 1974 года поступил и в 1976 окончил. 2 года, вы представляете, ходил человек с отрывом под производство или без отрыва от производства. Окончил университет марксизма-ленинизма Томского горкома КПСС и получил высшее политическое образование в системе партийной учебы. То, что нам мы хотели давать в военно-политическом училище. То есть вот это уровень уже академии политической, то есть в военно-политическом училище пацанам, молодым курсантам, вот это у нас не было, что мы получили высшее политическое образование. Нету таких слов, ребят. Теперь предметы. За период учебы на 2-годичном отделении международных отношений пропагандистского факультета, они еще пропагандисты, университета марксизма-ленинизма, товарищ Киселев прослушал учебный курс и сдал зачеты и экзамены по предметам. Современные международные отношения. Отлично. У нас не было военно-политического училища такого современного международного отношения. Современное коммунистическое и рабочее движение, представьте, мировое, отлично. Методика партийной пропаганды. У нас была просто методика партийной работы в частях и подразделениях. А тут пропаганда. То есть это уровень выше. Методика партийной пропаганды. Хорошо. Социальная психология, зачет. У нас был очень-очень маленький курсик психологии воинского коллектива. Все, директор университета, подпись то ли Лапин, то ли Лапшин. 11 июня 1976 года. Вот такой классный. Секретарь горкома партии еще подписал. Подпись есть. Чернявский или Чернявин. Итак, значит, это диплом за 1976 год. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Сам вверху написано, вот такой красивый диплом. Печать. Томский городской комитет партии. Давайте изучим, давайте теперь другой, еще один диплом он учил. То есть человек несколько раз получал, то есть практически это офицеры, политработники, которые на гражданке. Итак, диплом номер 402, Киселев Виктор Николаевич. В 1982 уже году окончил факультет идеологических кадров. Ребята, на идеологических кадров. Вот вообще, кто такой политработник, да, в армии советской? Это идеологический кадр, это офицер и идеолог. Но у нас не написано тоже, что мы идеологи в этом, в дипломе. То есть там какие-то слабые формулировки. Офицер, политработник и учитель истории с правом преподавания истории там в школе. Это вообще какое-то убожество. Я не понимаю, систему такую создали дополнительно политических училищ. Смысл. Давайте почитаем. Значит, также университет марксизма-ленинизма, Томский обком КПСС, экономическое отделение уже, ребят. Там было отделение международных отношений и пропаганды. Высшее политическое образование в системе партийной учебы. А здесь экономическое отделение. Представляете, что делать? У нас вообще такого не было. В СВПТУ. Итак, товарищ Киселев за период учебы в университете прослушал учебный курс и сдал экзамены и зачеты по предметам. Совершенно другие предметы. Актуальные проблемы теории политики КПСС. Отлично.
методика партийной пропаганды. Отлично. Политэкономия капитализма. Отлично. Политэкономия социализма. Отлично. Проблемы экономии и бережливости. Отлично. Актуальные проблемы идеологической борьбы. Зачет. Социальная психология. Зачет. Пропагандистская практика. Отлично. А, те же самые люди. Лагуцин и секретарь Попов. 3 июня 1982 года. Томский обком КПСС. Печать обновленная, более красивая, новая. То есть все. Как бы вот здесь все очень аккуратно от руки написано. Друзья мои, вот эти предметы, они были очень мощные. Представляете? То есть я когда читал, у меня слюнки потекли от того, что я не изучил вот этого. Потому что, еще раз расскажу, кто там что-то начинает, мне что-то убежал с Афганистана, еще всякую ересь меня начинает нести. Я еще раз повторяю, что в Афганистане солдат срочной службы не должны были нас одержать более 1 года на боевые действия. Это издевательство над молодым организмом, над психологией, над физическим состоянием молодого человека. Я пробыл в Афганистане чуть больше года. Мне вот так вот хватило. И очень хотелось учиться. Вот почему у меня слюнки побежали, что эти предметы классные. Все в сравнении, международная политика. Нам же говорили, что вы будете классными специалистами из военно-политического училища, что вы очень глубоко там будете все это изучать. Мы глубоко ничего не изучали. И вот заметьте, вот эти люди, которые учились в этих школах марксизма-ленинизма, они не ходили в наряды, они не мыли там посуду, не бегали там это, гречку домой не таскали, блин, и не жарили ночью там рыбу. То есть все серьезно, обучение. На замполита, на политработника нужно обучать офицеров. Когда офицер себя уже проявил только после 25 лет, вот ему стукнуло 25-27 лет, пускай идет в высшую школу вот такого горкома. И не надо в армии было это все создавать. И теперь в завершение, значит, партийный билет. Вот мой тесть, ныне покойный, умнейший человек. Что интересно, знаешь, его зарплата перечислена его, вот, например, с мая 80-го года. Год рождения 45-й, время вступления в партию март 1980 года, советский райком КПСС города Томска. И вот, смотрите, май 342 рубля зарплата, июнь 201, потом 322, 211, это 80-й год, 81-й год тоже зарплаты 201 рубль, 320, 370, 362 рубля, потом почему-то маленькие зарплаты пошли. То есть неплохо люди зарабатывали, да, смотрите, 82-й год здесь поменьше, а вот 83-й год 386 рублей в феврале, в мае 412, в июле 230, в августе 713, премию какую-то получил. Обалдеть. Вот смотрите, когда он в августе 713 рублей заработал, у него взяли партийный взнос, это десантник, да, это прошел? Че, он улыбнулся, да, это? Партийный взнос с него сняли. Ребята, 713 рублей, 21 рубль 39 копеек, представляете? И каждый месяц снимали с каждого коммуниста 4, 6, 9, 11 рублей, 12. Грубо по этой книжке видно, что грубо снимали 10-12 рублей ежемесячно. Представляете, какие деньги? И вот последняя проплата, 87-88, и коммунист, представляете, каждый день отстегивает в партию 10-12 рублей, 15 рублей. Смотрите, 89-й год, тоже неплохие зарплаты, 364, 350 рублей, 400 рублей, 12 рублей взносы с печатью. И смотрите, что происходит. Январь 1990 года заплатил взнос, и заплатил взнос в феврале. Здравствуйте. В феврале 388 рублей 5 копеек, 11 рублей 64 копейки. И все прекратилось. То есть как раз распад СССР, распад партии. Какие-то люди решили, что все, партию надо, видимо, распускать. Взносы прекратились. И вопрос создается, а где эти все деньги? Вся страна платила. Я думаю, что у нас процентов 70-80 были членами партии КПСС. А где деньги все, вы представляете? С каждого человека
ежегодно 100-120 рублей в кассу в КПСС. Эти деньги исчезли. Как исчезла наша страна, Союз Советских Социалистических Республик. Но по некоторым данным СССР никуда не исчез. Все, друзья, надеюсь, вам было интересно про военно-политические училища, каким образом они связаны с партийными школами марксизма-ленинизма, с гражданскими. И нужны были эти военно-политические училища или нет? Жду ваших комментариев, ребята. Все. Все свободные на обед. Бегом, марш на зарядку, на обед. Вон, смотри, летит какая. Видишь? Кто вот этот летит? Кто? Это наш человек летает, да, это наш.